Всем привет, дорогие мои друзья. Мы сегодня с Хизри Ютубовичем и с Сергеем. А где Сергей? Он спрятался. Идем в Буз Фуд. Ой. Да, вы тоже, да? Очень вкусно, мы только оттуда. А что там, подскажите, что нам дать? Салатик Цезарь очень вкусный. И все? Репетейка и телятина с баклажанами очень. А там только салаты, что ли? Да. Но там очень вкусно. На салатах я не выдержу долго. Посмотрите на нас. Какие салаты. Нам бы макарон бы отварить бы. Медуза, мои друзья. Я уже не писала. А какая одна фигня. Что одна петь не умеет, что другую. А что там, правда, что-то людей нету, правда. Что-то очередь не выстроилась. Рампу они поставили. А нет, есть, сидят люди. В общем, идем мы в Буз Фуд. Как вы поняли, это ресторан, который открыла моя самая любимая певица Ольга Бузова. Бузову слушаю, у Бузовой кушаю. Здравствуйте. Ой, бурата есть. Я и хочу. Ну, я тоже буду бурата. Легкий сам салат. А у вас только салаты, я так понимаю, да? Да. Я буду паста-салат и... Паста-салата нет. Телятина, баклажаны давайте. И бурату. И напитки, какой-нибудь лимонад. И еще лимонада что-то. Нет, есть кофе, шоколад, водичка, смузи можете попробовать, ягодные. Что ж такое-то? Ничего нету. Смузи какой есть? Арбуз, клубника есть? Так, сейчас скажу, какой. Манго, апельсин есть, огурец, лечо, базилик. Огурец. Огурец? 1, 2, 3 порции. Сколько? Димон, не один, да. А? Какой у вас? Не, мы просто смотрим. Это маленький. Это просто вода, да? Да. А, все, да, да, да. Ну, вот такое вот заведение. На троих 1417. По салатику, по бурате и по лимонаду. Ой, я сейчас что-нибудь сломаю здесь точно. Прикольные столы, кстати, деревянные такие. Видимо, еще цветочки остались с открытия, с презентации. Как вам у нас? Пока еще трудно сказать, какой. По интерьеру хотя бы? Стол неплохой, да? Гладкий. Отлично. Просто как вот грудь. Вот это Цезарь, да? Да. Бурата кому? Мне, Бурата. А как вот это вот кусок курицы и Цезарь, да? Да. Да, ну больше нечем заняться. Тихо, я на камеру пишу. У тебя что? Ой, ну Бурата вкусная на самом деле. И помидоры, как ты любишь. Допиваю смузи. С чем это был смузи? Огурец, личи и... Как личи? И личи было красное было. Да, это там личи было. Ну, в общем, Хизри Ютубович, скажите, пожалуйста, свое мнение. Говно! Нет. Одноразовая история, как и одноразовая посуда в ресторанах Ольги Бузовой. Полное говно. То есть говно. Вообще ничего не понравилось? Ничего выдающегося. Нет, Бурата мне понравилось. Ну, вот тогда зачем ты меня спрашиваешь? Я хочу твое мнение. Мое мнение я сказал. Идея хорошая, но, к сожалению,
Когда ты делаешь ресторан быстрого питания, нужно глаз да глаз. Надолго на имени не продержится. Все придут. Нет, по ко мне, разу, ну конкретно уже все придут. Ты заказал, ты салат заказал Цезарь. Да. Курица кусок был отдельно положен грудка, громадным куском. Громадным куском. Грудка целиком. И, значит, ну, а что там Цезарь? Листья салата и заправка Цезарь. Все. Ну и хлебные кусочки черного. Все такое. А еще мне не пробили второй салат, который я заказал. Мне почему-то не пробили. Ну это ладно. Я не проконтролировал, они не пробили. Ну это как Макдональдс, что ты хочешь? Это хуже, чем Макдональдс. Почему? Правильное питание, здоровая еда. В чем оно правильное? Помидоры были вкусные, вот как ты на рынке покупаешь с Бурата. Ну все это, но это не стоит того, чтобы прийти и вот это восхищаться. Восхититься так нет, я и не восхищаюсь, просто мнение спрашиваю. Ну, если бы Black Star Burger, это какая-то была идея. Ну там реально вкусно. Много идей всяких. Это... Здесь это просто салат-бар, можно. Не какой-то не ресторан, а салат-бар. Плохого качества. А смузи вкусные. Ну вот и ходите. Для вас Максим это и прекрасно. Вы, наверное, лучше не видели. Я благодаря вам, Хизри Ютубович, очень много повидал вкусной еды. Это зачем как... ты меня приволок сюда? Мы должны были попробовать. Ну да, в принципе, все. Эксперимент закончен. Вот такие пироги. Еще очень раздражает музыка. Да. Понятно, что другой музыки не может быть в этом ресторане. Но все-таки как-то чередовать ее с чем-то, мне кажется, надо. А то это вот сидишь и слушаешь, мало половин. Так, подожди, должен заснять эту потрясающую историю. Слушай, а ее помыли, по-моему. Я уже в одном из своих видео рассказывал про эту машину, которая здесь уже прошло несколько месяцев, она по-прежнему здесь стоит. Вот продается номер телефона. Я думаю, что здесь продается, конечно, не сама машина, а ее номера. Как вы видите, три буквы А. Это считается круто. Стоит она аккуратно напротив Банка России. Уже много-много уже месяцев, может быть, год. Ну, в общем, странно как-то, конечно. Мы сначала подумали, что какая-то ФСБшная машина, напичканная всякими аппаратами, слушает здесь все вокруг. Так, ну я вот еще хочу вам, пока Хизри отошел, он всегда резок в своих выражениях, я хочу прокомментировать ресторан. Как они себя позиционируют, ресторан быстрого питания. Мы спросили, почему тарелки бумажные. Они говорят, ну мы ресторан быстрого питания. Тогда почему, если вы ресторан быстрого питания, почему у вас приличные довольно-таки приборы? Почему они не пластмассовые? Мне кажется, вот все-таки нормальной посуды не хватает. Это раз. Мне Бурата очень понравилось с помидорами, нереально вкусно. В принципе, такое, ну, здоровая, в принципе, еда. Ну вот обломали меня с телятиной, с баклажанами. Вот. Ну, Цезарь был странновато, это правда. Поэтому смузи было вкусное. В принципе, как забегаловка такая, перекусить салатик, почему нет? Вот. Ну, музыку чуть-чуть потише сделать. А так, в принципе, нормально, кушать можно. Так что вот такие вот дела. Вот, в общем, что-то здесь футбольное происходит. You play football, guys. Come on. Easy game, easy Russian game. Play much. Какой типа врач? Мне кажется, так. Ну нет. То, что они делают. Мне кажется, я была вообще не болела. Пить, но... В России так же будет играть. Только вместе. Ура! О, стоп,
Ой, а что ты раз? Дай пробный. Пробный, да, не даю, ты уже бил. Ты забил. Начались уличные лохотрончики за 200 рублей, типа удар там. Попадаешь в ворота, сумма удваивается. Хороший наряд, а что тебе не нравится? Футбольный. Ну пошли. Россия! Чемпион! Россия! Так, почем продаем? Не продаю. Даришь, да? А что это такое? Ну подари мне, что ты. Для себя купи. Как для себя? Я хочу купить. Он купит, он мне дал. Да? Он мне дал. Да, и он продаст. Есть новое. Сколько стоит? 400 рублей дать. Как так дорого? Да хватит жужжать. Ну за 300 дам. Да и мне не надо, я шучу, спасибо. Я потерял, сидит твою мать. А смотрите, там световое шоу на Большом театре. Я уже как-то снимал отсюда видео. Оно, в принципе, то же самое все. Ой-ой-ой, сколько людей, сколько людей.